Привет! Меня зовут Ирина, я пиар-менеджер компании Detail. И сегодня мы спешим сообщить вам радостную новость. Отбор в QA Hackathon 2015 завершен. И мы уже знаем имена счастливчиков, которые примут участие в этом хакатоне в этом году. Ну что ж, нам осталось только самая малость – распределить этих 36 счастливчиков по командам. А сделаем это мы вместе с вами. Более 150 анкет пришлось обработать нашим коллегам для того, чтобы действительно отобрать самых достойных. Их оказалось 36 человек. Мы их распределим равномерно по 6 командам. Ну а имена, которые будут в каждой команде, помогут определить нам наши коллеги Элина и Антон. Всем привет! Мы уже приготовили интересное задание на хакатон в этом году. Осталось только познакомиться. По результатам тестирования мы отобрали 6 самых сильных участников, и они станут капитанами команд. Итак, капитан первой команды – Марина Апарина. Капитан следующей команды – Марина Березенко. Третью команду возглавит Галина Кривошеева. Следующий капитан – Велена Горелова. Капитан пятой команды – Андрей Зоричев. И капитан шестой команды – Катерина Дрибас. Мы уже совсем не терпится узнать имена первых участников каждой из команд. Сейчас узнаем. Итак, капитаны определены. Теперь осталось узнать участников каждой команды. Первый участник первой команды – Кирилл Кухальский. Первый участник второй команды – Яна Завгородняя. Первый участник третьей команды – Артур Чудля. Осталось узнать вторую часть каждой из команд. Участники определены и команды сформированы. Мы ждем вас уже в эту субботу, 14 ноября, в Днепропетровском офисе компании DataArt. До скорой встречи!